Для неплательщиков алиментов утро не было добрым. Сотрудники сразу трех городских отделов Федеральной службы судебных приставов нагрянули к ним в гости. Неплательщикам разъяснили их права. Многим пришлось распрощаться с бытовой видеотехникой. На нее был наложен арест. По итогам рейда, самого масштабного в наступившем году, 5 должников объявлены в розыск. В отношении 15 решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Неуплата родителям средств на содержание своего чада в худшем случае карается годичным лишением свободы. Работа по взысканию родительского долга будет продолжена. Исполнительный процесс данной категории стоит у нас на постоянном контроле. Только с начала этого года привлечено к уголовной ответственности 153 гражданина. Около 1200 ограничений выезда, которые принесли матерям и детям около 800 тысяч рублей. Практически больше 300 человек, если быть точнее, 323 человека находятся сейчас в настоящий момент у нас в розыске.